Такое понятие, знаете, когда уже живопись развивалась законом нового жанра, в музыке еще существовал старый стиль, поэтому что отнести к Ренессансу, что отнести к Средневековью, бывает иногда сложно. И следующая вещь, которая у нас прозвучит, она так и называлась «Веретено». Знаете, что это самое популярное занятие всех женщин, вышедших замуж. В 20 веке было особенно в Средневековье. Итак, Италия, 15 век, «Веретено».